Привет, дружище. Если ты смотришь этот ролик, то значит тебя триггернуло название его. Значит, ты испытываешь чувство вины. Такое чувство, которое сильно душит человека. Это одно из фундаментальных, да, уже говорил, страх, обида, вина. Если ты перед кем-то чувствуешь вину, это может быть и кто-то из твоих очень близких родственников. Может быть ситуация, где ты что-то не сделал или наоборот переделал, да, есть недоделы, есть переделы. И представь себе вот от чувства целостного, сколько с тебя съедает вот это чувство, сколько поедает твоего жизненного потенциала, радости, уверенности в себе, как с этим жить, с этим грузом проблем, да. Ты можешь записаться ко мне на консультацию, я гарантированно помогу тебе на своей диагностике, очень глубокой диагностике, где ты увидишь, как избавиться от этого чувства и что ты получишь в результате в итоге. Так что до скорых встреч!